Dacă aveți ceva de cusut, cunoaștem noi un croitor bun. E în satul Milești, Nisporeni, și lucrează cu mare pasiune și plăcere. Nu are studii în domeniul Hart Mohamed Kal, dar masa de lucru este mereu ocupată cu diverse comenzi ale sătenilor. A venit în Moldova în 2000, fără gândul că aceasta îi va fi țara unde își va crește urmașii. A absolvit facultatea de farmaceutică, iar acum e om de afaceri începător în satul de baștenă al soției sale, moldoveancă de origine. Закончил в 2009 году, потом вернулся в Сирию. После конфликта, который появился в Сирии, было решение с женой вернуться обратно в Молдову. Мы вернулись сюда, в Молдову, и начали стараться вот с нулями подняться. Spune că a fost greu la început pentru că era nevoit să lucreze în diverse locuri, doar să nu moară de foame, până într-o zi când le-a venit ideea să împrumute bani de la rude pentru a-și deschide mica afacere. Можно сказать, полууспешно у нас получилось. Очень хорошо, вот живем все хорошо, нормально здесь в Молдове. Отношение к родственникам, к соседям, можно сказать, не отличается. Я не чувствую себя, что я в чужой стране, или как будто я у себя дома, как в свою страну я живу. Я хотел благодарить ОВКП, которые мне помогли много чего, одну из них. Купили мне машинки для шитья, которые я на них уже дополнительно тоже зарабатываю. Конечно, благодарю биомиграцию, которые мне дали документы и помогли мне находиться в страну рядом мою семья. У нас помогли тоже организации АВКП, дополнительно уже у нас есть работа, мы работаем дома, шьем. Plus у нас хозяйство тоже занимаемся дома. Nu era obișnuit cu ritmul de muncă pe care trebuia să-l îndeplinească un țăran moldovean, dar acum simte că asta face parte din el. Уже понравилось. Уже я так привык на такая жизнь, что я чувствую, что не могу уже жить по-другому уже. Природа такая красивая, чистый воздух, продукты все свежие. Я насчет здоровья, мои дети, моя семья, я не волнуюсь. Кроме у меня одну мечту, вот я бы хотела, чтобы исполнилось, чтобы мои родители, моя семья, которая в Сирии приехала здесь, увидела Молдову, какая-то, какая красивая страна, какая щедрая. Marea speranță pe care o are Hart Kal este că în viitor să se ocupe de domeniul farmaceutic, profesia sa adevărată. Конечно, есть такой план, чтобы работать в этой цели. Просто в настоящее время очень трудно, и ну, этот план обязательно его исполняем. Для каждого человека должна быть мечта в жизни. Без мечта человек, извините, жизни не будет, не стоит ничего. У меня есть мечта в своей жизни, чтобы...